У еврозоны дела обстоят не лучшим образом, если верить американским разведчикам. Согласно отчету частной американской аналитической компании Stratfor, первыми покинуть еврозону могут Италия и Греция. За ними не исключено и более экономически устойчивое государство, например, Нидерланды. По крайней мере, по данным исследования, в стране тюльпанов уже просчитывают риски возможного выхода из Евросоюза.